have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Мы сегодня с вами в очень необычном, неожиданном месте. Кот меня сюда привел. Здесь мы занимаемся скатыванием с горки. Да. Если так можно выразиться. Итак, но здесь, ну, вроде как... Блин, это, наверное, сюда не особо подойдет, но это Battle Royale. То есть, здесь без респаунов. То есть, ты едешь, пока ты едешь. Пока останется только один. Let's go. It's Эмили, Марио. Я первый? Ой, я чуть не столкнулся. Умери в самом начале, немножко позорно, что ли? Немножко скучно. О, трамплин, круто! Офигеть, я такие трюки вытворяю. Нет! Нет! Опять я приземлился прямо на дерево в самом начале. Я вот сейчас вообще неудачно выступил. До этого я один разочек прокатился, просто чтобы попробовать. Я пришел вторым, что было неплохо. Почти я доехал гораздо дальше, чем тут. О, какие-то эти цветные. А где машину покрасить, ты говоришь? Paint. Ну, сверху кнопочка. А, я ищу. Что, куда? А, все, вижу. А первый слот, второй слот... Треки еще есть. Я понял. А... Ты выбираешь палитру? Нет, это... Ну вот, вот, видишь? Вижу. И вот выбираешь, как ты хочешь покрасить. Пластик. Вот, там можно внизу материал выбрать. Foil, grass, понял. И как его применить? Ну, зажимаешь на каком-то свете. А, серьезно? Ну, логично же. Кстати, если правой кнопкой мыши тыкнуть по какому-то свету, то он у тебя скопируется. Материалом, вот. И тыкни вот так. А, вот это, кстати, удобно. Но не сильно, когда ты поворачиваешь, а так? А, ну это нужно по одной клеточке вот так вот делать, нет, да? Нет, ты когда немножечко сделал, потом сразу зажимаешь вот так. Ну, немножко неправильно. Да, немножко неправильно. Кстати, ты когда докрасишь, обязательно сейф. А меня может... Что? Сейф? А финиш не надо? Финиш, ну когда ты докрасишь, сначала нажми на сейв. А если ты просто так нажмешь на финиш, ничего не сохранится. Уже проверено. Я очень долго красила штуку и потом нажала на финиш. Да, блин. Блокко. Это моя тачка, типа? Да. Сейв. Сейвинг. Сейв. Пока что у меня фары, типа, да? Мне интересно, меня может затащить в игру, пока я здесь нахожусь? Или я случайно так пропущу игру? О, когда ты разбился? Случайно так пропустишь игру. Game in Progress. Это уже следующее или... Нет, это все еще это. Чуваки просто хорошо едут. Вот можно спектайт. Можно узнать... Ох, ты же... Ты тоже за беконом смотришь? Ну да, вот что с тобой будет происходить. Ты будешь летать раз, на шариках. Раз, два, три. Трое осталось. Чувак застрял, все. А как? Ну он же... Он же нормально приземлился. Он случайно... О, поехал! Застрял. Слушай, живой... Почти беконы. Двое? Ну да. Погоди, он один. Это бекон. Ну все, выиграли. Беконорожденный выиграл. Уху. Так, ладно, следующая гоночка. Попробуем немножко... Немножко попрофессиональнее, что ли, это все сделать. А то как-то обидно было. А я попытаюсь сильно на трамплинах не прыгать. Это со мной плохо кончается. Что это за телевизор? Что здесь происходит? Обычный такой... Обычный телевизор, что? Что это за чуваки? А ты где вообще? Тут. А, тут, понял. Так, а к денежке зачем и что на них можно купить? За денежки можно покупать другие тачки. За денежки можно вначале делать апгрейды. Но я не советую вначале делать апгрейды. Это немножко бесполезно. Немножко. Так, а какие у нас вообще есть апгрейды? Надо посмотреть, ладно. В общем-то, можно сделать себе ракету, ты вначале будешь очень сильно лететь. И еще можно поставить защиту, это как вторая жизнь. Блин, защита мне, кстати, пригодилась бы. А тут тараниться можно? Да. Ой, блин. Ой, блин. А как этот чувак прямо передо мной собрал монетки?
Опа, я собрал монетки. Он был быстрее немножко. Нет, он был за мной, а собрал монетки передо мной. Чувак лагучий очень. Здравствуй, лагобагадром. Зачем я это делаю, а? Зачем я выпендриваюсь перед всеми? Нет! Я такой крутой! Ёлки! Я могу по неровной трассе ездить, а? Фух! Камень просто, блин, я не знаю, почесал мне спину только что. Я слышал, неудобно камнями чесать спину. Как-то да, не особо заходит обычно. Снеговики! Кстати, я не советую снеговиков вырезаться. Они могут к тебе прилепиться, и потом ты нифига не выйдешь. Минуточку, они не смертельные? Нет, они не смертельные. Ты можешь забивать сколько угодно снеговиков. О, привет. Но все равно не советую, они могут тебе подмешать. Я понял, я, по-моему, только что поехался по одному из снеговиков. По одному из снеговиков. Нет, не снеговиков. Снеговиков. Это его фамилия. Блин, офигеть, ты просто такой сосредотачиваешься в точку и... Такое туннельное зрение начинается. Ты по сторонам вообще ничего не замечаешь. Как? Зачем я использовал трамплин? Зачем? Ни за что не использую трамплин. Я только что его использовал. Ран меня ускорило бешено. Ну да, это ускорение, но трамплин... Мне это не понравилось. Ты не понял? Уйди, камень. Ой, я вот смотрю за тобой. Ну-ка. Я и так довольно быстро ехал. Теперь мне вообще страшно. Вообще медленно ездишь по сравнению со мной. Кстати, если зажать W, то еще... Не-не-не-не-не, спасибо, мне как бы вообще норм. У меня сейчас глаза в пучок сойдутся, как я пытаюсь следить за этой трассой. Давай, умри, я в тебя верю. Это знаешь, как бег с горы по лесу. Никогда не знаешь, какое дерево выскочит на тебя первым. О, вот здесь я еще не был, в пустыне еще не было. Что в пустыне? Это не пустыня, это пластик. Пластиковая пустыня. Черт, а здесь гораздо хуже все видно, потому что здесь перспективы хуже. Нет! Фух. Нет! Не сталкивайся с пикселями, они смертельные. Зачем я взял эти деньги? На деньги тебе немножко сейчас... А! Второй! Я тебе сказал, не трогай. Да я не про деньги, я пытался в принципе... Ты опять вторым был? Да. Чтоб ты понял, этот чувак был самым... Он был сзади. Я понимаю, что я ехал-то... Минуточка, а тут есть, в принципе, финиш? Можно доехать? Или она бесконечна? Я не знаю. То есть ты еще ни разу не доезжал, да? Максимальный рекорд 70 тысяч. 70 тысяч метров? Блоков. Стас. А, Стас. Ладненько, поехали дальше. Не, ну второй как бы ничего, но когда ты едешь вторым, у тебя начинает вот это вот внутри срабатывать постоянно. Ну сдохните. В общем, ты не становишься хорошим человеком от того, что ты становишься вторым. Ты становишься очень злобным человеком. А перки одноразовые выбираются каждый раз перед заездом? Да, одноразовые они. Ой, трамплин. Вот чуваки, да не толкайтесь вы. 23 человека в катке. Ну, я же говорю, это вот не совсем подходящее здесь слово, но все-таки это в какой-то мере батл рояль. Кстати, на будущее говорю, когда ты будешь покупать тачку пончик, никогда не бери пончик. Значит, я не буду покупать тачку пончик. Да, лучше возьми тележку. Тележка хорошо. Минуточку, а мы сейчас на чем, если это не тележка? Мы сейчас на деревянной машинке. Это же деревянная тележка. Ну, магазинная тележка, да. Нет, это можно не магазины. Да уйди ты от меня, блин. Можно будет купить магазинную тележку, вот. Как я сейчас выжил, вообще не знаю. А! Б! Тут было дерево скрытое в кустах, я чуть него не скатнулся. И тут дерево выпрыгнуло на дорогу. Блин, я кого-то переехал только. А, нет, нормально. Зачем кого-то переехал? Блин, он меня тормознул, что ли? Как это вообще работает? Эй, я тебя вижу. Не надо меня видеть. Нет! Ты что, умер? Перкечный срез случился. Нет! Сина! Привет. Привет. Ты пока. Что, ты меня? Ты где? Я тебя не вижу и видеть не хочу. А почему я боком? А вот, ты нормально. Все равно едешь вперед, даже если ты боком. Нет, но мне нужно было как-то перевернуться уже, наверное. А!
Трамплин, минус. Какой салют из тебя красивый получился? Я буду с тобой следить и буду желать, чтобы ты умер. Я знаю, да, я уже чувствую это давление. О, кто-то одну монетку не добрал. Как можно было взять всю линию, но не добрать одну монетку? Резкий поворот. Вот это поворот. О, чтоб тебя, блин, я уже видел, что я не выезжаю. Ладно, это было третье место. Ну, в общем, из 23 я стабильно вывожу на второе, третье место. Ну, кроме первой катки, ладно, ее мы не считаем. И... Почему он так много выигрывает? Потерянная душа победила. Потому что у него розовая тележка. Ну, она же розовая. Ну, почти. Как будто он вляпался в жвачку, знаешь, такой на ходу. Просто ехал, и бах, какая жвачка по борту размазалась. Нет, он случайно въехал в шоу по поеданию жвачки. Ага. Ой, ничего себе, уродливая девушка, давай отойдем. Тебе даже стоять с ней, короче, не это, такой... Так, а других модов тут, кстати, нету? Других модов? Ну, просто он говорит, мод Downhill Rush, то есть спуск по горе, значит, есть другие моды? Нет. Ну, тут вроде есть мод точно такой же Downhill Rush, только последний чувак будет постоянно умирать, и так до самого первого. Так что надо пытаться... Кто меня застопил? Блин, этот трамплин был бесполезным, потому что меня кто-то застопил. Круто. О, трамплин! Я сейчас умру из-за этого трамплина. Просто я уверен в этом. Ой, я тебя вижу! Да, привет. Что за бешеный снеговик, блин? Они спавнятся прямо передо мной. Это вообще как? Я за тобой слежу, если что. Не надо мне слезать. Я буду ориентироваться на тебе. Хорошо, давай. Ну, я... Погоди, я такого не помню, или... Это новая карта. Это новая карта, да, я такого еще не видел. Выглядит круто, кстати. Вот эти чуваки сзади меня очень сильно напрягают. Я вообще за тобой слежу, я пытаюсь у тебя ориентироваться. Они меня переворачивают, уйдите отсюда, мы же не в Марио Карт играем. Там шипы были. Не шипы на меня. Где трамплин? Я должен умереть. А, то есть у тебя чисто такой способ выбрать. Ой, блин, чувак красиво так размазался. Я в его детальчике умер, понимаешь? Ты знаешь, как это страшно, когда ты такой идешь, и ты бах, деталь. Кстати, я тебя вижу. 11 игроков, на удивление. Мы уже довольно долго едем. Люди хотят жить. Нет, снеговики. Ладно, и снеговики тоже хотят жить. Да нет, снеговики, они как олени, они смотрят на фары и пытаются подохнуть. Так, 10 игроков, хорошо, кокос вылетел. Как я успеваю это читать? Трамплин. Труп, блин. А, труп, блин. Ой, это я зря на этот трамплин пошел. Нет! Я сейчас умру. Нет! Ладно, нет! Живем. Нет! Я знал то, что трамплин... Офигеть, сколько народу повылетало. Это я умер. О, первый раз на облаках. Давай. Минуточку, облака серые надо объезжать? Shift вниз, space вверх. Какие, серые надо объезжать или чё? Ни за что не заходи в серые, или ты нафиг умрёшь. Так что пытайся держаться у белых облаков. Тут есть ещё и вверх-вниз. Да, shift это вниз, а space это вверх. Я тебе уже сказал три раза. Да, спасибо. А теперь... В общем-то, ещё когда там будет трасса, попытайся... Нет, ну теперь это ещё больше выглядит, как Mario Kart. Ой, я вижу конец этого участка. Честно говоря, он мне немножко не понравился. Впустите меня обратно, пожалуйста. Тебе глаза прокляты, кросы. Я знаю, есть. Ты такое меня повидал. Не знаю, как я это сейчас проехал. Ты это видел? Я это видел. Не переживай. Блин, опять топ-3. Ну все, короче, пришло мое время. Да нет, ты выиграешь. Ага, два раза. Ты уже сейчас получишь бейдж. Ты далеко проехал.
Блин, было бы круто, если бы давали больше препятствий или делали бы тебя быстрее с каждым новым. Кстати, насчет делали бы быстрее, как в Тетрисе, каждый раз открывалась бы новая скорость. Да, это было бы интересно. Гораздо интереснее. А так, вот, насчет новых препятствий нет, спасибо. Меня вполне устраивает частота того, как мы сейчас. Хотя, с другой стороны, если я притыкался это все объезжать, значит, вы чуваки, которые со мной едут, тоже притыкались это объезжать. Значит, так это как Флэппи Бёрд, мы сейчас так можем ехать вечно. Нет, черт, я, по-моему, приехал. Ты на первом месте, чувак. Да, я приехал. Буквально там полпикселя, вот чувак прямо за мной ехал, каким-то полпикселя ударился и это. Что я могу сказать? Ты занял третье место. В очередной раз. Ладно. Карточка у нас вроде как закончилась, через 10 секунд начнется одна. Давайте еще одну прокатимся, возможно, мы увидим какие-то еще куски новых карт. Это очень весело, я не знаю, как это будет смотреться со стороны, честно, но играть в это чрезвычайно весело, я надеюсь, что вам будет весело на это смотреть. Но опять же, я думаю, что вы все напишите в комментариях. Я покупаю защиту и турбину, я трачу свои деньги. Что с этим челом? Я не знаю, испорченный. Что, почему я умер? Зачем? Я каким-то образом умер! Это я умер не по своей воле! Эй! Почему? Тебя дисквалифицировали из катки. 24 игрока, между прочим. А сколько максимум? 25? Наверное, не знаю. Ай! Но мне меня флипнули. Мне до сих пор обидно, почему меня убили. Последний игрок будет уничтожен. Так вот почему меня убили. Это какое-то свинство. Меня заспавнили, да? Тебя заспавнили последний и убили моментально. Да как так-то? Так. Окей, значит, тут надо ехать быстрее. Это немножечко накаляет градус того, что здесь будет происходить. А как узнать свое место в этом дурдоме? Не знаю. Я 9-й вижу. Так. Ну, то есть мне приходится ехать на ускоренном режиме, но... Зажимай W. Да я постоянно зажимаю W. Но что-то меня пока что это никуда не... вон я кого-то вижу. Погоди. Стой, погоди. Нет, 10 игроков, я седьмой, нормально. Когда я успел обогнать еще два человека, я вообще без понятия. Ветер в харю, я фигарю просто, ну... Блин, я шестой. 7 игроков осталось, идите нафиг, упекаю от смерти просто. О, чувака размотал. Я последний. 6 игроков, я пятый. Давай посмотрим, кто последний. Так. Кто последний, тот и этот, да. Чувак, ты первый. Нет, я же внизу вижу свою позицию, я третий. Я не знаю, как это все происходит, я второй. Ну реально, ты второй, что ли? Нет! Я просто потерял управление, я был вторым, я был хорош. Зато второй место, а не третий. Мы вдвоем оставались, прикинь? Если бы я протянул еще 10 секунд, чувак бы взорвался. Ну что, может тогда еще одну катнем? У нас есть пару минут, раз ты была такая быстрая. Пошли. Я вообще в самом начале умер почему-то. Ты был последним. Селекция случилась. Круто, чувак. Наткнул, согласен. Клоун со знаком стоп. Стоп, блин. Скажи, когда игра начнется. Я собираюсь машину. 9 секунд. Ладно, иду. Я и нуб. Погоди. Поехали. Ладно, у меня такой вопрос к этой игре. Какого фига тут так много багов? О, ты меня видишь? Ты едешь, да. Офигеть, да неужели? Вау. А я пропустил какой режим сейчас? Мы просто по катушке или что? По-моему, просто по катушке. Что это чувак делает? Старт! Он чувак с флагом такой, да, старт! Так, вроде никто не взрывается. 21 игрок у нас... Первый? Да, на секундочку, ты мелькнул... Уйди от меня! Да нет! Эта тварь, она у меня украла трамплин. Она меня толкнула и забрала мой трамплин. Валим боком. Это свинца. О, пластик. Кстати, сейчас надо будет какое-то время либо вправо, либо влево немножко тыкать. Так что будь аккуратен. Черт! Это офигеть, как страшно сейчас! Так как у меня легко. Ну, как бы,
Я же не сказал, что это трудно, я сказал, что это страшно. О, офигеть, сейчас страшно. О, офигеть, да-да-да-да-да. Ты видишь это, Гали, да? Фух, мы, по-моему, правда... Ты же это видишь. Ба-ба-ба. Это последний... Я на этом уча... Ой, привет. Ой, блин, вот не надо! Как я это пролетел? Кто бы знал. Это реально похоже на Flappy Birds. Только какой-то экстрим мод, что ли? Ёлки! Тут выше! Чувак, я думал, что то было страшно, на самом деле я сейчас сижу, меня просто колбасит всего от напряжения. Потому что эта тарантайка, она очень нестабильная. Вот эта тарантайка просто вообще... Так, сейчас будет еще страшное. Да ладно! Попытайся прицелиться на трассе, а то ты просто возьмешь и улетишь. Нас и так 3 человека осталось. Ты живой, что ли? Да. Получается, вон первый чувак, потом ты. А! Нет! А, меня последний лазер сбил, нормально. Погоди, а что он так быстро выиграет? Ну, как бы, я да. Я не умираю. Почему я не умираю? Дайте мне умереть, дайте мне покинуть этот живой мир. Дайте мне покинуть этот мир. Черт, если я случайно выиграю из-за того, что я не смог покинуть этот мир, я... Ну, ладно. Почему у меня первое место? Ладно, забейте. О, нет, вон, чувак выиграл. Блин, а фары можно добавлять, кстати. Да, что-то я не подумал об этом. У меня их только 2, а можно сделать прям целую панельку. На этом, думаю, будем заканчивать. Спасибо, что были с нами, ребятушки. Пишите, что вы думаете про эту игру. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда.